Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands 1, а именно DLC про Адмирала Кнокса. На прошлой серии мы с вами попали в новую локацию, мы наконец-то открыли этот сраный проклятущий мост. Так, сейчас я настрою немножко здесь оружие, которое у меня было, и мы продолжим. Так. У нас откуда-то плазмическая еще этот, оказывается, есть. Пушкинца обычно. Не автомат. Ну, автомат, как я не понял. Так, их устройство. А генерал Нокс, адмирал. Боже, я больше не собираюсь это говорить. Я все еще не получил дальнейших указаний, несмотря на. А несмотря на восстановление второго такового копья для охраны складов и контроля за транспортом, я даже не обеспечиваю солдат новым оружием, повышающим боеспособность на 12%, адмирал, я уже жду отчета в течение часа. Или мне придется иметь дело с высшим руководством, генерал Нокс. Конец связи. Окей. Так, и у нас оказывается все финальное. Это будет херь. Эхо устройство, да, финальное. Уже ближе к выходу. Так, как туда попасть-то? Да, не работает. Почему-то здесь карта стабильна. Ой, тут еще 4 эхо устройства. Окей. Если 4, то придется еще подумать. Так, ладно. Первое. Сейчас мы с вами туда доедем. Кажется, тоже сейчас у нас будет финальная, ну, как финальная серия именно DLC-шки до конца, потом я еще повыполняю топ-миссии. Там еще нужно убить какого-то будет Мартхеда, или как он там называет, как его там зовут, я не знаю. Но сначала нужно закончить сюжетную миссию. Дальше будем разбираться. Так, ладно, поехали. Форт Нокс. Большое здание. Я еду к тебе. Готово. Тут большое какое-то здание. Очень большое. Бля. Ладно, машинка, извини, придется тебя здесь оставить. Все, они уже начинают наступать. Пехотинцы. Вау. Ха. А ну-ка, если я вру. Я понял, все, поехали. Тихо. Я понял, что катапульта отнимает у меня много это... заряда. Воу-воу-воу! Тихо. Блин, я даже не успел прочесть, что она говорила. Ё-моё. Ой, сейчас такая херня произошла с этими врагами. Хорошо, что у меня еще успелось откдешиться. Тут бы проиграл. Чипы, вот эти магические чипы. Так, ладно, перезаряжаясь. Учелька, почему у них такие домашние оружия? Это оружие со взрывчаткой, что ли? На. Disagree. Oh my god. Бум. Так, готово. Мне нужно еще. Ладно, пускай заряжается. Оп, побежали. Он умирает. А, не умирает, ладно. Я ему помогу умереть. Мне тяжело. Так, мостик туда, на ту сторону, да? Мне нужно на ту сторону.
Но сначала я закончил с вами. Быстрее, 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 быстрее. О, это снайперка, берем. А ну-ка, я хочу ей воспользоваться. Где она была? Оп, оп. Да, это снайперка. Инопланетная снайперочка. Муа. Ха. На 4 выстрела хватает. Замечу. 4 выстрела и перезарядка, ну, не такая уж и медленная. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ладно. Адмирал, я, наверное, чем-то обидел вас в прошлой жизни, и теперь вы решили мне мстить. Я получил от вас отчет. Написано волшебным маркером на кексе. Надпись гласила: «Кошки офигенные». Кстати, вы ошиблись в слове «офигенные». Я посвятил всю жизнь своей и так дальнейшей. Это эхо должно произфицировано в вас том, то я собираюсь начать боевые действия и буду игнорировать. Ой, патроны. Давай. Ой. 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 Сюрикены, сюрикены. Шиноби. А ты шиноби из какой листвы? Ой-ой-ой-ой, все, беру слово обратно. Шиноби, иди сюда. Ты, да, остался только? Геликона. Так, а вот она пожирнее будет, чем те остальные были. Она 39-го. Эй-эй-эй-эй! Ко мне, come on. Вернись. Не вижу ее. Все. В смысле, это еще не... Я ж всех убил? Ну, по идее, я всех убил. Так, это я сделал. Да, все. Crimson Clay, все сделано, все готово. Так, следующее у нас осталось тут эхо, устройство и все. Не, ну вот это прикольно. Поехали. Убивать. Ты хилюга. Пустошитель, здорово. Знаешь, как тяжело попадать по твоей голове, которая всегда шевелится и плюс аномалия. Так, тихо. Оп. Готово, снайперка. Тут прохода нету, мне нужно туда как-то обойти. Оп. Вот какой я трюкач, да? А если б убил меня? А, ладно, хорошо. Молодцы. Возьмите с полки печенька. Так, сколько здесь? 101. Да, пускай будет повреждение от молнии. Ой-ой-ой! Тихо. Ультую и атакую. Давай. Так, кто из вас еще на меня нападал? Ты, да? Ты нападал.
химической твари. А ты что хочешь, ты? Мне послышалось? Кажись, послышалось. Тихо, тихо, тихо. Там сундук хороший. Ладно, хорошо, давай. Ты, да, теперь? Кто там на меня? Так, сундук открыть пока что. Давай, 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 минус. Готово, 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 готово. Все, 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 все. Ха! Здорово! Мини-мини. Так, это я заберу. Так, одену, одену. Где он летает там? Снизу, ну ладно. Знаю, я говорил, что не собираюсь больше тебе информировать о новостях, но ты безнадежный и не соврешь мне выбора. Это стоит сказать даже тебе. Наш бывший агент Афина сотрудничал с каким-то там организациями альбиносов, традиции булимии. Ты ведь помнишь Афину? Она была такой... Одно и так назад. Простой, это же было еще не до твоего рождения. Наверное, я еще, чтобы ты знал, что я всех их знаю. Так, пора заканчивать, когда задание будет выполнено. Я уйду из Алого Копья, хотя я знаю, это кажется смертью. Ну, свиты, которые меняют тебе подкрепление. Да позвольте, Дин. Все, все, все. Слишком много слов от него. Так, еще один сундук. Давай. Фигня. Так, окей. Небоскреб. Это не то. Убить небоскреба. Уничтожить снаряжение. Вести код. Уничтожить снаряжение. Побежали. Здесь, да? Нет. Может, я просто побегу, да и все. Какая разница? Они меня не видят. Сказал я и начал получать от них урон. Они меня не трогают. Вот и все. Так, ладно, погнали. Crimson Armory. Ой, там отчет какой-то бомбы идет. Мне нужно будет на время, что ли, что-то делать. Окей, так, я вижу большую арену. Рели большую арену. Надеюсь, это будет не так уж жестко, как я сейчас предполагаю. Мне почему-то кажется, что... Если нужны лекарства, подходим и берем. Лучше попродавать мусор, который мне не нужен, нафиг. Продать. С огнем урон мне нужен. Лечилку оставлю. Так, вот здесь вот эту я продам. Щиты я не думаю, что мне понадобятся эти. Окей, у меня есть один лям. У нас постоянно фигня. Нужен врач, ждем. Когда есть мои машины со своими страшными играми. Окей, купить. На всякий случай, я не знаю, насколько будет сильный враг, насколько будет сильный босс. Здесь так пусто. Ну, очень здесь спокойно. Вот первая сейчас, наверное, арена будет, да?
А, нет, ну туда это понятно, что мне нужно пройти. Давайте сюда тогда пробегу. Окей, я... Генерал Кнокс собственной персоной. Ты задержался. Я так устал тебя ждать. Что же, решим убить себя так? Я не могу больше тут находиться. Предлагаю сделку. Если ты настроишь хорошо, что способен победить меня, а это плохо так и есть, то у тебя есть шанс что-то там сделать. Убей их всех. Это самое лучшее, что ты можешь сделать. Кнокс. Не нравится Мондей. Не нравятся понедельники. Так, окей, стопаем. Так, окей, стопаем. Где мои сразу базуки? Руки базуки. Прикольно. Урона нету. Окей. Ну, у него есть слабое место в голове. И она работает как у всех роботов, в принципе. А ну-ка. Так, это бессмысленная пушка. Слышь, а ты какой-то слабенький, не думаешь? Так, ладно. Сюда. Так, сюда. Ну, как бы... Бонтику. Воу, воу, воу. Так, а вот это уже нечестно пошло, слушай. Мы с тобой дрались один на один, почему? Нечестно, а? Генерал. Это уже нечестно. Окей. Это нечестно. Так, стопаем. Так ничего у нас с тобой не будет нормального. Давай в рукопашку. Потому что я не знаю, ну как бы, если он будет постоянно их спавнить, это будет очень долго. Да он убегает? Ты сукуха. Так, окей. Тихо.
Я в хорошем месте сижу. Я знаю, про тебя, видишь, какую тактику хорошую. Где тут какой-то юй? Я ожидал от таких боссов посильнее атаку. Он просто даже ничего сделать не может. Давайте я просто в рукопашку завалю, да и все. Готово. Воу-воу-воу-воу! Так, это уже нечестно. Вас много. Это нечестно. А, ладно. Ульта. Так, сразу тебя грохнуть, чтобы у меня были эффекты. Давай, здоровяк. Да не прыгай ты. Я тоже могу прыгать, понял? Мне кажется, вот этот посильнее будет даже, чем тот. Сам босс. А что я трачу на них время? Он походу бесконечный. Нафиг оно мне надо? Вот нахер. Мне нужно тратить на него время. Я лучше убегу просто, да и все. Да-да-да, пуляй-пуляй. Вот и все. На что вы способны? А, уничтожьте снаряжение, введите код. Так, вон я пропустил проход. Так, стопы. Снапа. Эридическое. Блин, жалко, что у меня, видите, слотов не хватает, поэтому мне приходится постоянно это мешать и смешивать. Пускай они там разбираются, я вон. Застрял. Стоп, назад. Что от меня требовалось, я сделал, я убил его. Слабачок наш. Только теперь пон... все, я вижу, куда бежать. Все, до свидания. Мне что, да, нужно бежать? Да, туда. Я буду просто оружие менять, он тогда быстрее бежит. Хех. Так хотя, знаете, я тут смотрю, что помещение еще. Ну так тоже большое. Неужели это действительно все? Ну, я его убил. Значит, да, все. Что это за херь? Рандом. А благодарю тебя. Нокс вне игры. Мне больше не надо глушить связь. Найди детонатор на складе. Компьютерный. Интерфейс для детонатора должен быть там. Афина, конец связи. Ого. Ого! Ящиков. Афина! Перед тем, как ты установишь детонатор, необходимо активировать взрывчатку, чтобы обеспечить уничтожение всего. Панель управления должна быть где-то рядом. Я ее уже вижу. Пипец тут вещичек. О, вон, ракетка. Как только ты установишь детонатор, конечно, обратите отчет. Ты должен ускорить столько оружия, сколько сможешь. Уничтожить. Унеси, пока таймер не найдет до нуля. Считаешь, это оплата. О. И? Поехали, да.
Подожди. Стоп. У меня инвентарь, тихо. Да. Модификатор гранат. Вот это мне как сравнить, выбросить. Ладно. Давай. Вы нашли шоковое оружие. Оно проникает через большинство щитов. Я нашел до хера всего. Давай. Щиты. Модификатор класса. Дерьмо. Активируй, нажимай. Давай. Модификаторы. Модификаторы, бля. Вещи, шмотки, давай, открывай. Все, открывай. Так, у меня еще 2 минуты с чем-то. Она сказала, все, что я найду, я могу нести с собой. Почему ты не открылся? Модификатор, что здесь? Еще 2 минуты. Я понял, что еще 2 минуты. Спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне вызвать ее? Ладно, допрыгну. Так, хорошо, щит. Поехали сюда. Открывай, все. Шок. Так. Медианская пушка. Модификатор класса. Поехали дальше. Давай. Фигня. Забираем. Так. Давай, поехали. Пушка, фигня. Ой. Осталось 1 минута, я понял. Быстрее. Давай, наверх. Давай, забираем все, я ж не умру, надеюсь. Так, дерьмо. Забираем модификатор. Все, уходим. 30 секунд у меня есть, в принципе. 30 секунд я вижу Афина. Афина, я вижу. А, инвентарь полон. Ладно, все. N-seconds. 10 секунд. А куда мне нужно было бежать? 5, 4, 3, 2, 1. Ай, блин. Мне нужно было успеть еще побежать. Ну я успел собрать несколько себе предметов. Ну, в основном модификации классов, но их потом попродаю, потому что я там все собрал. Все.
Все, наконец-то. Мы закончили DLC-шку. Куда я телепортируюсь? Так, ладно. Давайте я вернусь тогда. К нашей этой девке Афине. Я не знаю, если сейчас ничего не будет, я тогда запись остановлю. Хочу быстрый телепорт. Не хочу здесь долго оставаться. Да? Ладно, давайте, короче, туда приду, и мы продолжим. Так, давай, давай. Джек Тион. Я могу вынес оттуда. Только жалко, что не так много на... Там сколько должно? Там, кажется, 80 с чем-то сундуков. Я когда считал тоже про это DLC, там до хера сундуков должно было быть. Но я не наспел, так сжрать, у меня рюкзачок маленький. Ладно, сейчас пойдем к Афине, поговорим, что она хочет там сказать, и... И сладкий, у меня есть для тебя работенка, я там же. Я ценю твои усилия, без тебя я бы не сделала. Вот, возьми, ты заслужил. Что ты мне дала? Вау. Да. Ну все, да. Давайте попродаем, что мне не нужно. Дерьмо. Новое задание на доске объявлений, хорошо. Ну да, много всего вынес, такой шок. Привет, это Маркус, у меня предложение для тебя. Увидимся у меня. Ой, боже, сколько заданий у нас появилось. Обычно я не буду оставлять. Электрическое это хорошо, что у меня есть теперь. Это мне не надо, не надо. Электрическая снайперка, она слабая по урону. У меня как раз теперь есть три вида, это молния, коррозия, огонь. Так, снайперка. Но это получше будет, это видно сразу, поэтому. Хм. 404. Модификаторы класса. Повреждения в ближнем бою. Вот это я ставлю. Повреждения. Так, навык тяжелый. Так, это я ставлю. Тут у меня получше. Команда повреждений, новые возможности. Так, на командное повреждение в ближнем бою. Так, это для сети. Перезарядка. Фигня. Бомбы. Поехали продать. Фигня. Быстрая перезарядка. Фигня. Так, что здесь я продаю? Вот это я продаю. Все. Так, предметики. И вот это я ставлю. Теперь у меня урона с руки до херища. У меня хорошие две пушки. А, это значит лишнее. Подожди, 143. Это автомат? Кажись на то. 44 без ничего. Продать. Так, ладно. Короче, все. Всем спасибо за... Купите щит. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Следующие серии, скорее всего, 2, 3, 4, 5, может быть. В основном у нас будут это доп-миссии. А миссии там тоже, как я понял, хорошие, потому что там в основном убийство каких-то боссов, может, будет. И типа того, поэтому все впереди. Всем спасибо и всем пока. Чао.